В Волгоградской области зафиксирован факт мошенничества с выплатами, предназначенными для погорельцев. Жительница Жирновского района предоставила в местную администрацию подложные документы, согласно которым она проживала в сгоревшем во время сентябрьских пожаров доме. Против женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками прокуратуры Жирновского района был выявлен факт мошенничества жительницей села Александровка, которая путем предоставления недостоверных сведений получила судебное решение Жирновского районного суда, подтверждающее факт ее постоянного проживания в сгоревшем от ландшафтного пожара доме. Данное решение она предоставила в администрацию Жирновского муниципального района для получения компенсации в размере 200 тысяч рублей. Деньги были перечислены на расчетный счет женщины, однако обналичить их она не успела. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В случае, если ее вина будет доказана, ей грозит до 2 лет лишения свободы. В региональном управлении ФСБ также отметили, что этот случай мошенничества, скорее всего, будет не единственным. Однако более подробная информация пока не разглашается.